Гирлянда вот такая за 249 рублей. А, это не гирлянда, это набор, да? Раз, два, три, четыре, пять. Да, это пять звездочек, посмотрите, красота. Вот короны опять по 269 в бело-золотом цвете. Вот такие бубенчики по 99. Бубенчики. 9 штучек. Маленькие гирляндочки по 99, побольше по 229 золотые. Вот такие по 149 шары. Ой, вы посмотрите, вот ажурный, красивый. Очень красиво сделано за 149. По 89 два идут вот таких матовых, тоже симпатичные. Вот такие по 59 идут шарики. А, это вот отсюда такой шарик, он 59, я так понимаю, стоит. Слушайте, ну такой я, может, и возьму даже себе на елку, потому что за 59 это хорошая цена за него. Сделан он качественно, достаточно, ну, для своей цены, вы знаете, выглядит очень даже хорошо. Сейчас я посмотрю. Вот этот, наверное, возьму. Да, посмотри, красивый? Ну, нет. Не? Ну ладно, подумаем. Вот, в общем, мне понравился, очень красивый. Верхушечки опять по 149 у нас здесь идут. Также верхушечки по 99, маленькую елочку золотые. Шарики по 39 рублей. Вот такие золотые, матовые и блестящие. Очень красивые. По 39 вот эти мне очень понравились. Действительно хорошо сделаны. Тут прям объемный рисунок. Вот такие блестящие. Все по 39 рублей. 149 рублей вот такие три шишечки, или что это, сосульки. Тоже интересные. Также набор украшений 149 рублей вот такой. Также интересные шишечки по 149 рублей. Они в серебре и в золоте. По 99 вот такие шарики золотые. По 199 колокольчики на елку. Ой, я колокольчики очень люблю. По 79, посмотрите, какие красивые сувениры в виде елочек. Очень красивые, да? Ну, это вот наш Пашки, прям... я так понимаю, в торт втыкать, как это, да, в салат. Да. Втыкаешь в салат. Очень красивая, оригинальная, по 79 рублей всего. Бантики по 99, две штуки в серебре и в золоте. Вот, вот такие, такие бантики по 99 есть. Тоже. Белые и золотые, вот эти даже красивее. Ой, какой конечек симпатичный, 119 рублей. И тоже елочное украшение. 149 вот такие сердечки и елочки тоже по две штучки на, для украшения. 129 колокольчики. Вот, смотри, шикарная такая штука. 199 рублей всего. Вы посмотрите, какие обалденные. Внутри олененок, совенок. Ой, очень красиво сделано. Да, тут какая-то перепелка. Ой, вот та обалденная. Прозрачная? Да, посмотрите, какая красота. Кто-то тут уже поближе рассмотрел ее. Да, кто-то уже раскрыл ее. 199 рублей. Прелестно. Прелестно. Ну, мне больше всего вот это понравилось. Олененок? Из-за цвета и из-за того, ну, что да, видишь, там сделано, смотри, с как. С елочкой. Как 3, да. 3D объем там получается, да. Такой очень, да, классный. Да. И игрушка. Он и так, как шарик, очень красиво, да, выглядит. Да, игрушка стоит своих денег. 199, хорошая цена за такую игрушку. Так, что еще мы здесь видим? Такие звездочки с оленями, посмотрите, интересные. Тоже по 149. Вот так еще есть вот такие с птичкой, эти звездочки. По 199 вот такие веточки опять с яблочками. Веточек тут много, по 69, 59 рублей. Разнообразные веточки. Такие украшения тоже по 69 рублей. Набор звездочек 169 стоит. И опять у нас пошли шпили, вот эти верхушки для елок по 299 и 49. Ну, конечно, за 299 покрасивее будет. Ну, по 149 тоже симпатичные достаточно. По 119 такие бантики нарядные. Посмотрите, как красиво выглядит, блестит в золотом и белом цвете. Также декоративные вот такие на прищепках на елку. Бантики, цветочки 139 рублей. Тоже есть в белом золоте и белые. Также вот такие по 149 наборчики, 6 штук. Оригинальные такие игрушечки.
Опять по 89 два вот наборчика серебряных. Вот какие красивые по 199 куколки. По центре. Да. Прям симпатяшки. И вот такие два Дедушки Мороза за 119. Это гномы, походу. Ну, походу гномы, да, похожи на гномов. Тоже интересные. Вот по 69 вот такие украшения белые, длинные. И всякие бантики, опять конфетки по 79, три штучки. 156 штук. 156 штук? Ух да. Ты! Ну да, тоже хорошая цена за 6 таких аккуратных. Они очень тяжеленькие, блестящие. Качественные, блестящие. Да. Вот еще девочка украшение елочное, 79, тоже красота. Вот по 199 очень много снежинок, тут 40 штук. Это для украшения, может, чего-то. Какие мишки обалденные, 159. Вот эти классные штуки, смотри. Она из ваты, она мягкая. 79 рублей, пожалуйста. Нежная, мягкая и со да, звоночком очень еще. Очень приятная, такая мягонькая. Ой, елочка, да? Ой, обалденно, может взять такую. И звезда. Красиво, да. Елочка, и сердечко звездочка. Есть. А, ну вот, тут ну, его да. Сердечко. Красиво. Вот такие еще девочки по 229 рублей. Красно-белые красавицы по 59. Опять у нас идут белые, бежевые вот такие украшения симпатичные. По 179 набор красных шаров 6 штук. Просто блестящих, но блестят они очень хорошо. Также по 99 вот такие елочки 2 штуки. Вот такие коньки с елочкой 2 штуки тоже. 399 опять гирлянды идут. Я вам их уже показывала. Вот 89 такое украшение. Сверху елочки, шишечки. Вот такой шарик красивый. Так, тут по 129 колокольчики. Смотри, вертик. Я хочу побольше колокольчики. Ой, какая прелесть. У кого мальчики? Тут отличное украшение на елку. Всего 149 рублей. Вот такой вертолет. Смотрите, даже крутится у него вот эта крутилка. А вот еще как те тоже мягкие. Прелестный вертолет. А, мягонькие совушки по 69. Тоже они очень интересные. А вот ты спрашивала, почем тот шарик. А, вот они, по 69 рублей всего шарики. Посмотрите, какие симпатичные. Тоже такое, здесь мягкое, тут там веревочка. Да, с оленями, со снежинками. Мне вот олень больше нравится как-то. Посмотри на них. Ой, милые Дедушки Морозы, почем они? 99 всего, тоже красивые. Вот я думаю, оленей тут что-то мало осталось. Возьму, наверное, надо с оленями. Угу. Красивая же, посмотри. Да. Симпатичная. Возьму. Такую. Да. Так, это что у нас? Птички здесь набор. Такие. Наборчик. Не, ну, тут птичек. Много наборов. Ага, да, много разнообразных наборов. Все по 349. Так, это мы кидаем в корзинку к себе. Красивый шарик. По 99 два тоже. Мягкие игрушки. Все по 119 и 99 тоже. Девочки вот такие две симпатичные. Это прищепки. А, это прищепочки. Какая прелесть. По 149 рублей. Вы посмотрите, какие милые прищепочки. И вот тоже мягкие украшения по 149 рублей. Много-много да, варежек. Ну, это тоже для DIY, вот тоже, а, да, варежки? На наклейках. Да, классные. Клеить куда-нибудь. Классные. Варежки, варежки, шапочки, всякие разные. Бубенчики. Бубенцы по 299. 6 штучек. Смотрите, какие нарядные. Эти прям очень хорошо сделаны. Эти бубенчики реально качественные. За 229 они стоят своих денег. А вот по 99 вот такие конфетки. Тоже украшения. По 49. Шары. Смотри, вот такие же по 49, как мы взяли за 69, там больше, а этот меньше за 49, еще другого размера. Вот посмотрите, вот этот 69, а вот этот 49, вот такие два разных размера. Красота. И тут только олени, а нет, там тоже есть снежинки. Вот, снежинки тоже есть. Красивые. Давай лучше снежинку. Второй, еще маленький снежинку.